Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, будем готовить свиную грудинку. Для начала нам грудинку нужно отварить. Отварим ее 1 час с добавлением соли и на ваш вкус специй. Лавровый лист, перчик, можно чесночок добавить. После охлаждаем полностью, чтобы она остыла. Разогреваем хорошо сковородку, добавляем растительное масло и обжариваем с одной стороны до золотистого цвета. Переворачиваем и начинаем добавлять следующие ингредиенты. Это у нас сухое белое вино, у меня домашнее. Немножко выпариваем его. Температуру держим максимальную. Добавляем розмарин, тимьян по вкусу, чеснок, зубчики. И главный ингредиент – 1 столовую ложку меда. И продолжаем все на среднем огне выпаривать. Когда масса, соус загустеет, мясо старайтесь вот так вот ложечкой полить со всех сторон, чтобы оно впитало этот вкусный, прекрасный соус. Переворачивайте несколько раз. По желанию можно еще добавить белого вина, деглазировать как бы дно сковородки, чтобы все-все у нас, весь соус, мясо у нас забрало. После сковородочку выключаем, мяско перекладываем на пергамент, все, что у нас осталось, естественно, выкладываем на грудинку и готовим еще один соус, уже холодный. Добавляем чеснок, соль, черный молотый перец, смесь перцев, приправа для мяса, на ваш вкус. Я добавляю буквально чуть-чуть сахара. Зелень. У меня петрушка. И все, в ступочке будем перемалывать. Чуть позже мы добавим растительное масло. Можно как оливковое, так и подсолнечное подойдет. Все перетираем до состояния кашицы. Теперь будем наносить эту смесь на грудинку и плотно-плотно заворачивать в фольгу, выносить на холод. Я выношу, как правило, на ночь. Делаю это с вечера, в среднем 12. Даже вот сутки будут очень хорошо, чем дольше будет грудинка мариноваться, тем она будет вкуснее. Выравнивайте ее, чтобы она была ровненькая, чтобы было вам потом удобно нарезать. После охлаждения раскрываем, нарезаем. Ой, это чудо, друзья мои, это очень и очень вкусно. На первый взгляд вроде бы как необычно. Но поверьте, это очень вкусно. Такую грудинку вы еще не пробовали, я точно знаю. Поэтому приготовьте, вам понравится. До новых встреч, мои дорогие. Не забудьте подписаться на канал. Впереди еще очень много интересного. Пока-пока.